была онлайн-трансляция, но вообще, вот сейчас только она возобновилась, как бы стала скорость хорошо идти. А сначала ЕНТ до 12, вообще связь была очень плохая. Я не могла наблюдать за сыном, как... период мы проведем 7 потоков с общим охватом 1867 человек. За сегодняшний день планировалось охватить 309 выпускников текущего года, но по разным причинам не явилось 30 человек. Троих уже в ходе тестирования удалили из аудитории по причине использования запрещенных предметов, куда входят смартфоны, гаджеты и нерегламентированные. Нашли прямо на входе или во время написания? Во время написания. То есть одну девушку удалили после того, как она зашла в аудиторию, другие уже в ходе, то есть были замечены по камерам видеонаблюдения.